Синоптики обещали и не подвели. В страну пришло настоящее лето. Теперь, по прогнозам, с каждым днем будет все теплее и теплее. Уже в воскресенье ожидается до плюс 29. Теперь главное не обгореть и держать водный баланс. В дорогу с собой стоит брать чистую питьевую воду. Именно благодаря ей можно и жажду утолить, и организм не обезвожить. Водяной смерч прошелся по французской коммуне на берегу Бискайского залива. В департаменте второй день идут сильные дожди, гремят грозы. Объявлен желтый уровень опасности. Жители прибрежных районов призвали без необходимости не покидать свои дома. Тропический шторм Кристобаль после выхода на сушу в Мексике ослабел до депрессии. Сильные дожди уже вызвали наводнение на всем протяжении полуострова Юкатан. Опасные для жизни оползни остаются самой большой угрозой. Завтра в Бобруйске метеорологи обещают облачную погоду, дожди с грозами. Сухо будет только в субботу вечером. В воскресенье осадки появятся, наоборот, ближе к ночи. Уикенд днем передают 22-25 со знаком плюс. В темное время суток от 15 до 17 тепла. Схожая погода ожидается в течение всей предстоящей недели. Кристина Риенс, Максим Галионко, Бобруйск 360.